Всем хай, ever after high! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. И в этом видео мне хочется предоставить вам возможность увидеть всех Madeline Hatter в линейке ever after high из разных серий. На конец июля 2016 года их всего 10 в коллекции кукол Ever After. Есть еще бюджетная без шарниров, но у меня ее нет, так как кукла без шарниров, и я таких не покупаю. Кстати, в Madeline я уже превратилась, и как это было, вы можете посмотреть, кликнув сюда, или ссылка вас ждет в описании. Что ж, ну давайте теперь рассматривать наших Madeline. Поехали! Все в Ever After High думают про нее, что она сумасшедшая, а на самом деле она просто веселая и добрая девчонка, которая обожает безумство и чудесатости, вечеринки с чаепитиями и игры с загадками. Madeline Hatter – дочь безумного шляпника из знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». День рождения Madeline Hatter 8 июня. По гороскопу она – близнецы. Изучать все возможные безумности и чудесатости и иметь самый знаменитый шляпный и чайный салон во всем сказочном мире – это самая большая мечта Madeline Hatter. Волшебный талант Madeline Hatter заключается в том, что она может достать что угодно из своей волшебной шляпы. Чайные сервизы, школьные учебники, белые кролики – все это где-то там, в глубинах ее симпатичной шляпки. А еще Madeline Hatter может видеть будущее, но ей никто не верит и не воспринимает ее слова всерьез. Она же ведь школьная сумасшедшая. У Madeline Hatter пока нет романтической истории. Она пока еще только ждет встречи за чашкой чая с мальчиком, который, как и она, обожает безумство. Любимый школьный предмет Madeline – это химия. Особенно ей нравится делать всякие увеличивающие или уменьшающие эликсиры. А самый нелюбимый предмет Madeline Hatter – это искусство ведения дискуссий, ибо она все время говорит загадками, и мало кто способен вести с ней дискуссию на одном языке. Лучшие подруги Madeline Hatter – это Рейвен Куин и Сидор Вуд. Хотя, на самом деле, Madeline Hatter настолько общительная и позитивная девочка, что она готова была бы дружить вообще со всеми. Абсолютно. Да и к тому же, о такой подруге, как Madeline Hatter, можно только мечтать. Соседка по комнате Китти Чешир. Любимая еда Madeline – чай и сдобные пышки. Madeline Hatter всегда найдет подбадривающее слово и задорную улыбку для каждого, кто грустит или унывает. Конечно, свои особенные улыбки она приберегает для лучших подруг, которых ей помогла найти школа долго и счастливо. Когда ее подружкам приходится нелегко, Madeline всегда их поддерживает. Что ж, а на этом наше видео подходит к концу. Напишите в комментарии, как вам видео и какая ваша любимая Madeline Hatter. Выбор большой. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Be cool and crazy. Пока-пока!